Я приветствую всех из Одессы. Сегодня у нас 17 февраля 2023 года. Мы с вами в Аркадии. Людей очень мало. Погодка сегодня замечательная. Небо ясное. Как я и говорил, с самого утра не меняется. Вот. Все ближе и ближе к нам весна. Вот, не видно сегодня военных здесь, я имею в виду представителей военкомата. Спокойная обстановка пока. Что там выше, что там дальше, неизвестно. Сейчас увидим, пройдемся, посмотрим, как обстоят делишки. Вот. Ничего, все работает, магазинчики работают. Я уже, кстати, давненько здесь не ходил. Я все это там поверху над аттракционами. Там поспокойнее немножко. Уже прям соскучился за Аркадийской аллеей и решил на пролом, так сказать, пойти. Я все там вот верхом. Нормально, нету никого. Можно гулять, можно ходить, не переживая. Ну, либо кому как повезет. Такие дела, друзья. Красота.